Ровно 90 лет назад в Ненецком округе появилась служба почтовой связи. Сейчас это большая сеть, выполняющая множество социальных функций и осуществляющая доставку печатной внутренней и внешней корреспонденции во все уголки нашего региона. О стремительно развивающемся учреждении в нашем следующем сюжете. Поставить флаг, сделать такую башню и все. Но все равно архитектор настоял на том, чтобы сделать башню такой, как она есть сейчас. Ставшее визитной карточкой города здание главпочтамта было введено в эксплуатацию в 1954 году. По задумке архитектора, крыша была спроектирована по образцу Кремлевской башни. Бумажные свидетельства тех событий хранятся у руководителя регионального отделения Почты России Андрея Попова. Уникальные чертежи, фотографии и атрибуты скоро смогут увидеть и жители, и гости города. Сейчас, если вы у нас заходите, у нас там киоск. Скоро там киоска не будет, там будет сделан исторический уголок и вот именно уголок для посетителя, который мог бы тут же написать поздравление или привет и отправить это в любую точку страны. Региональный филиал стремительно развивается. Сейчас в округе 29 отделений связи, предоставляющих всевозможные услуги. В работу почты активно внедряются и цифровые технологии. Также у нас электронный сервис очень сейчас распространен, и физическое лицо при получении любого РПО, то есть регистрированного почтового отправления, то есть то либо письмо, либо посылки, он может получить его, не принося паспорт. То есть он говорит номер телефона, оператор заводит номер телефона, получает смс, подтверждение смс, и мы выдаем письмо или посылку. Но как бы ни развивались технологии, без человека на почте не справиться. Например, без почтальонов. Утром привозят почту, мы ее сортируем, готовим почтальонам на участке. Они это все берут, письма это, себе уже сортируют, делают поход, отправляют пачки и идут в доставку. Потом они приходят с этими письмами заказными. Простые они уже все по ящикам, по организациям разносят. А простые письма, заказные письма они сдают нам на проверку. Вот я сейчас чем занимаюсь? Проверяю, что они доставили, что не доставили. В Ненецком краеведческом музее хранятся уникальные предметы атрибутики и фотографии работников связи. На одной из них видим хрупких девушек, которые до конца 70-х годов должны были дважды в день разносить корреспонденцию. Например, свежие выпуски газеты «Нарьяна Виндер» жители города получали уже к 8 утра. Такие плащи носили сопровождающие почту по рекам нашего округа. У связиста был корабль с названием соответствующим связист. И вот это такая униформа темно-синего цвета. Один из экспонатов – сургучница, устройство, которое уже вышло из обихода. Мы помним, как раньше почтовая посылка или заказное письмо. Да, заливался сургуч, ставился штамп. И мы получали гарантию сохранности предмета, который посылался по почте. Невозможно представить нашу жизнь без работы почтовой связи. На благо жителей округа сегодня трудится порядка 190 сотрудников почты. И даже сейчас, в период пандемии, эти люди на передовой. Такова их работа. Екатерина Дементьева, Владислав Ткачев, телеканал «Север».